сегодняшнем мастер-классе мы поделимся еще одной идеей простого и бюджетного праздничного домашнего декора. Как своими руками сделать новогодний венок из виноградной лозы и шишек. Нам понадобится основа для венка из лозы, ленты контрастных цветов, сосновые шишки, выкрашенные в любой цвет на ваш выбор, крафт-проволока и кусачки. Для декора сегодняшнего венка мы выбрали оттенки синего. Для начала повяжем ленту вокруг основания венка. Основу из виноградной лозы предварительно выкрасили спрей-краской золотого цвета, который идеально оттенит выбранный нами базовый цвет. Возьмем шишки, мы выкрасили их заранее, и крафт-проволоку. Отрежьте 15 см проволоки и перетяните основание шишки, проходя проволокой между лепестками. Несколькими оборотами скрутите концы проволоки между собой. То же самое проделайте с остальными шишками. Теперь шишки можно крепить к основе венка. Просто выведите концы проволоки сквозь прутья на обратную сторону венка и зафиксируйте несколькими оборотами. Не слишком туго, чтобы при необходимости можно было изменить положение шишек. Мы окрасили некоторые шишки в серебро, чтобы придать венку зимнее настроение. Продолжаем создавать композицию. Для круглой основы венка лучше всего подойдет форма полумесяца. Чередуйте шишки разных оттенков и размеров. Не забываем об уравновешивающей композиции на противоположной стороне венка. Разделим ее на два элемента, которые визуально соединены между собой вычурными линиями золотых стеблей плетеной основы. Таким образом, мы смогли избежать утяжеления общей композиции венка. Завершающий этап. Украсим венок контрастными лентами. Просто собираем ленты и перевязываем в центре небольшим отрезком крафт-проволоки. Протягиваем получившийся пучок сквозь петли узла ленты основы. На создание своими руками такого стильного новогоднего венка на дверь ушло всего около 2 часов. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте ваши комментарии.